Ты можешь стать кем захочешь. Вот так все просто. Может казаться, что эта фраза какая-то банальщина, не несущая никакого практического смысла. Сказка, которую нам в детстве рассказывали родители, и не более. Но все, что от тебя требуется для достижения цели, это начать к ней идти. И даже если поражение ужасно пугает поначалу, мы должны научиться принимать его и осознавать. Оглядываясь назад, я понимаю, что сдаваться не выход. Это неэффективная стратегия. Если мы хотим действительно достичь успеха, нужно двигаться вперед. Поэтому начинай действовать прямо сейчас. Работай изо всех сил. Иди вперед и никогда не сдавайся. И в этом случае ты будешь становиться успешней, расти и развиваться с каждым днем. Ты сможешь. Тебе нужно сделать всего две вещи. Первое – это определиться, кем ты хочешь стать. И второе – это принять решение и начать действовать. И самое главное – это быть готовым в любой момент своей жизни пожертвовать собой нынешним. Для себя будущего отдать все ради своей мечты. Это третий закон Ньютона. Чтобы чего-то достигнуть, нужно что-то оставить позади. Если ты так и не решишься на поступок, если ты из-за страха поражения так и не сделаешь первый шаг на пути к той цели, о которой думаешь каждый день, то это рано или поздно начнет уничтожать тебя изнутри. Это будет ежедневно разрушать тебя, отнимать твои силы, высасывать из тебя энергию до тех пор, пока ты окончательно не сдашься. Запомни, поражение – это не вариант, так что раз и навсегда забудь об этом. И даже если ты устал и думаешь, что все кончено, это не так. Никогда не позволяй себе думать, что жизнь уже прошла. Если ты не захочешь воплотить в реальность свою мечту, то этого за тебя никто не сделает, и останется лишь горькое сожаление о неиспользованной возможности. Неважно, что кто-то скажет «это невозможно», по жизни тебя будет преследовать это слово. Твоя задача – иметь такую цель, которая опровергает любое невозможное. Неважно, сколько еще людей будет говорить вам это. Главное, чтобы этих слов не произнес самый важный человек в твоей жизни – это ты. Вы должны верить в себя, вы должны верить в то, что перемены возможны. Есть два типа людей. Те, что говорят, что выиграют, и те, что проиграют. Как правило, и те, и другие оказываются правы. Многие говорят, что они хотят стать успешными, что они хотят стать богатыми, но это не так. Большинство из них не хочет этого больше, чем они хотят спать. Человека пугает не его слабость, а скорее наоборот, его безграничные возможности. Возможность достигнуть успеха пугает его куда больше, чем провалы и неудачи. Вы можете смириться с этим страхом, опустить руки и сдаться, и пусть тогда вас все вытирают ноги. Или вы можете отбросить все свои сомнения, избавиться от всех своих страхов и начать идти вперед, борясь за свою цель и за свое светлое будущее. Продолжайте работать над собой, продолжайте развиваться и расти. Чем больше мы учимся, тем больше мы развиваемся в выбранном направлении. По мере этого развивается и интеллект, стратегии, а также самое главное – вера в самих себя. При этом мы работаем не только над умом, но и над характером. Впереди трудный путь. Не все его пройдут, но если вы сможете не потеряться по дороге к своим целям и мечтам, не потерять свой голос и личность среди миллионов, не пойти на поводу у чужого мнения, не переставать быть собой и оставаться человеком при любых обстоятельствах и в любых ситуациях, будете помогать тем, кто нуждается в помощи, понимать и принимать дорогих тебе людей. Не потеряйте тепло и свет в своем сердце и в своей душе, несмотря на тьму и злобу вокруг. Сохраните доброту внутри себя, даже тогда, когда на твоем пути встречаются черные своей душой люди. И даже когда все летит к чертям, будете помнить, что за каждым пасмурным днем
придет солнечный теплый денек, а за закатом всегда наступит рассвет. Вы добьетесь своего, я уверен. Верьте в свои способности, верьте в то, что вы добьетесь всего, чего только захотите. Используя свой опыт и знания, вы сможете осуществить свои мечты. Укрепляйте уверенность в себе. Вы всегда можете найти чему научиться, даже у худшего начальника в мире и на самой скучной работе. Помни, один миг боли стоит целой жизни славы. Помни, что дорогу осилит идущий. Даже делая небольшие шаги ежедневно, вы приближаетесь к цели быстрее, чем проводя время в постоянном планировании быстрых и эффективных решений. Каждый новый день для тебя – это новая жизнь. В каждой ситуации ты должен искать возможности. Только тебе решать – сделать свою жизнь свободной, успешной и счастливой, или же с опасением и тревогой встречать каждый последующий день. Какой выбор сделаешь ты?